Всем привет, братва. Употребляю бобровую струю. Короче. Вот такую вот. Из мешочков бобра сделанную. Настоянную на спирту. Для профилактики пью вечерком всегда. Если лечиться, нужно по столовой ложке. А утром и вечером до еды за 30 минут натощак выпивать. В чашечку терпкая жесть. Как сделать, могу рассказать ее. Кому интересно, в комментариях пишите. Ваше здоровье. Не спалить, чтобы желудок. И можно чуть-чуть глотком воды запить. Тот, кто первый раз будет пить, будет жестко, конечно. Я уже привык. А так нормально. Потом. На потенцию влияет, убивает раковые клетки. Ну, от многих болячих. Если почитать, даже в Древнем Египте лечились ими. Короче, бобровой струей этой. Так что, так. Кому понравилось, у вас лайк. До новых встреч.